Саша собирается на сотый дайв. Пей гидрика. Такая примета. Свой два баллона за спиной, и напарник мой парит конвой. Идет наш этап полным ходом до хаб, где мы встретимся с нашей братвой. Я от жизни устал, столько лет я пахал, но сегодня я не отступлю. Сколько тварей земных я на суше встречал, хоть на тварей морских посмотрю. Дай веры, потому что мы. Дай веры, дай веры, потому что мы. Дай веры. Лишь бы водка и наполнили трюм. Нет привычных забот в окружении красот, островов и бескрайних морей. Ура! И сквозь толщу воды мы находим следы затонувших давно кораблей. Дай веры, потому что мы. Дай веры. Потому что мы. Дай веры. Нормально.
Спасибо. О, very good. Лепешку дай. Мил. Я тут. Лепешку дай. А как я тебе дам? Снимайте лепешку дать. Ну, принеси, да. Very good. I'm full on. Just keep over the feet here. Go 100. No, faster, faster. So. Charlie, from the house, just 1 minute walk, not the stairs. See the stairs? Yeah. And that's from San Pagita. No, no, it's not from San Pagita. И последний зашел на бот. Ты под ноги смотри. Пешая прогулка по морю. Но вроде красивее. Да. Красивее. Я понимаю. Веси, пески и мучи. Вот так ты это отодвинул. Супер. Ёжик. Пришла. Вон, привет, к ёжику подползает. Смотри, у нее глаза светятся. Прикольная креветка. А где наш фотоаппарат? Вот он, ну так снимай креветку. Я же свечу. Начинает креветка, что мы креветки не видели. Не видели таких креветок мы. А днем их не увидишь, потому они что глаза не светятся. В норке живут они. Я такую видел. Она в норке ямку копает. А ночью выходит. Ну сфотографируй креветку. Ее же не видно ни хрена. Вот, наш был без глаз. Он мне светит, а он сейчас скажет. Саша, о, русалка, но... две! Здравствуй, человек. Ничего. Их рядом там нет? Все рыбы спрятались? Все спят. Единственный один там рачок бегал, блин. Вот здесь вот совсем недалеко. Прикольно такое вообще, я такое не видел. Да, у нас здесь креветка бегала. Да, мы креветку увидели. С такими
вообще непонятно какой панцирь. Это она снимает, и я тебя освещаю. Все. Сегодня последний день у Саши погружения, поедет на Пискадор. И по закону подлости 31 дайвер. Вот так перетаскивают бесидишки. Enjoy reading the Bible, God's Word. Recording? Very. Yeah. Yeah, close it. Okay. Мне снятся дожди и Филиппины, там горный цветущий пейзаж. Какие соседи будут в самолете, непонятно. Вот, да, хочу, вот, велосипедист, вот так вот. Местный колорит. Впереди еще один велосипедист. Там горный цветущий пейзаж. Там море ныряют дельфины. Ну давай. Девчонками выложить. Вот он. Люблю я билеты. Вот так, крути педали. И буду под пальмой сидеть. Смотреть на китайское море. И песню по голосу петь. Ставки делают, да? Местное кладбище. Вот так вот. Гужевой транспорт. А, нет, гужевой это когда это самое, корова, да, Саша? А это у нас наш новый транспорт. Транспорт, да?
it's a pleasure to enjoy our show. It's a treasure, though it seems that it's a short time we're together. And the time has come for us to stay so long, but there is a chance we will meet in the future. Keep in touch, happy thoughts for a smile. La fiesta Filipinas, truly grateful. Thanks a lot, salam ako, we love you. Самую высокую точку. Ну, чуть-чуть осталось. Сейчас начнется спуск. Nako sa kuan, hapit ako muli kogi kandre sa Mindanilya. Pado, nakoy hatod sa airport. Oh. Gikan ko sa Mualbual.
уметь пользоваться вашими мобильными телефонами и планшетами. Мы убедительно просим вас оставаться на местах с пристегнутыми ремнями безопасности, пока не погаснет табло «Пристегните ремни». Покидая воздушное судно, пожалуйста, будьте осторожны при открытии багажной полки. Please.